Замюкалька – растение с забавным названием, но важным применением в доме. Долларовое дерево или замюкалькас притягивает в дом доллары. Слушайте в сегодняшней аудиостатье, как вырастить замюкалькас из клубня. Становимся богатыми с помощью растений. Замюкалькас – это южное растение. Опытные садоводы знают, что в естественной среде обитания можно встретить его на горных участках, поэтому соответственно подстраивают условия посадки и дальнейшего выращивания в домашних условиях. По условиям выращивания замюкалькас схож с кактусовыми растениями и суккулентами. В случае, если вы выращивали один из перечисленных растений, то справиться с долларовым деревом вам будет легко. Как вырастить замюкалькас из клубня? Что стоит отнести к особенностям ухода за растением? Отталкиваемся от того, каким образом оно выращивается. Купленный замюкалькас попадает в квартиру в неподходящем субстрате. Чаще всего это тяжелые торфяные смеси, забивающие развивающуюся корневую систему. Поэтому растения пересаживают. Посадка клубня замюкалькаса выполняется сразу в подходящий субстрат. Вырастить замюкалькас из клубня – это посадить его побегово листовую часть, которая есть видоизмененным клубнем. Условия выращивания замюкалькаса из клубня. Бедная, хорошо дренированная почва, умеренный полив, медленное развитие, аккуратная техника пересадки. Что мы должны сделать, чтобы вырастить замюкалькас из клубня? Купите универсальную почвенную смесь и домешайте в нее перлит или вермикулит. Это подходящие рыхлящие материалы для посадки замюкалькаса. Возьмите горшок большего диаметра, чем тот, в котором растение находится сейчас. Дно горшка должно иметь дренажное отверстие. Обязательное условие для долларового дерева, не любящего излишек влаги в почве. Поэтапная пересадка замюкалькаса. Вынуть растение вертикально из старого горшка. Пластмассовые можно помять по бокам, чтобы земляной ком с легкостью вышел. Переносим, не отряхивая от кома земли, в новый горшок. На дно горшка выкладываем дренажный слой, четверть от объема почвенной смеси. Сверху досыпаем 2 см новой земли. Углубляем замюкалькас вертикально, присыпаем растение субстратом, заполняя пустоты в горшке. После пересадки замюкалькас в новом горшке не поливаем. Полив растения сводится к минимуму, а после процедуры не проводится 2-4 дня. Посадка замюкалькаса клубнем. Делим клубни растения на несколько частей так, чтобы каждая имела равные составляющие. Заполняем горшок по аналогичной схеме, приведенной выше, но добавляя больше субстрата, чтобы клубень не проваливался. Помещаем в горшок и заполняем почвенной смесью. Посадка окончена. Поливать или не поливать замюкалькас – вот в чем вопрос. Замюкалькас принадлежит к тем растениям, которые могут спокойно выжить без полива до 1 месяца. Комфортное растение для дома, особенно для начинающих цветоводов. Приспособленность замюкалькаса к засухе не означает, что нужно вовсе забыть об увлажнении. Он может сбросить листья или увянуть. Как же поливать замюкалькас дома? 1 раз в 2 недели. Летом 1 раз в 1-1,5 недели, но просушивая до половины субстрата. Ориентироваться на состояние листьев. При появлении первых признаков увядания листья раскрываются, а если желтеют, то значит полить. Опрыскивать листья можно, проводить жидкие подкормки по листу. Подкармливать замюкалькас через месяц после пересадки. Используют универсальные удобрения для лиственных декоративных растений. Хорошо воспринимают внекорневые подкормки. Быстро впитываются и начищают корневую систему растения всеми необходимыми элементами. Пишите в комментариях, как вы выращивали замюкалькас в домашних условиях.